когда-то вот заскрипела дверь этой камеры, отворилась, и появился этот человек с пятном на голове, со смешным говорком, который сказал: «Ребята, выходите, выходите». А мы стали кричать, что нет, здесь задохнулись от грязи и гноя наши товарищи, здесь стены исцарапаны нашими ногтями, здесь все обмазано нашим калом и кровью, выйти отсюда — предательство. А он говорит: да выходите, тут воздух свежий, выходите, здесь лучше. Но мы не сумели воспользоваться свободой и дождались, когда дверь снова стала закрываться.